За последние 8 месяцев на дорогах региона зарегистрировано 1044 ДТП, в которых пострадали 2681 человек. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 13%. Произошло 273 аварии с участием детей до 16 лет. 6 из них погибли. Еще 322 ребенка получили ранения. Нередко в авариях страдают дети-велосипедисты, а также те, кто управляет иным транспортом. За 8 месяцев в регионе в авариях пострадали 26 детей-велосипедистов и 29 тех, кто ехал на байке либо мопеде. Сотрудники ГИБДД напоминают, чтобы сесть за руль мопеда, нужно достичь возраста 16 лет и окончить автошколу, получив категорию В. Родители многие проявляют эту безответственность, приобретают, тем не менее, подарок, порой даже за хорошие оценки. Ну и, соответственно, да, в летний период дети начинают активно пользоваться мопедами, не имея навыков, опять же, и попадают, как правило, порой и по собственной вине в эти дорожно-транспортные происшествия. Активно перемещаясь на этих мопедах там, в возрасте там, 13, 14 лет, 15 лет на дорогах общего пользования. В Самаре завершилась Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Ее главной темой стала профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести последствий аварий. В рамках недели безопасности сотрудники ГИБДД посещали родительские собрания, где акцентировали внимание на том, чтобы взрослые оснащали автомобили спецкреслами, а к одежде детей крепили световозвращающие элементы. Возле образовательных учреждений дежурил родительский патруль. По мнению сотрудников ГИБДД и педагогов, именно родители должны доносить до детей информацию о правильном поведении на дороге и вдохновлять собственным примером. Дети учатся по подражанию. Они все повторяют и копируют за своими родителями прежде всего, а потом уже за педагогами. Если родитель перебегает дорогу, если родитель не спешивается на пешеходном переходе и едет на велосипеде, его ребенок будет делать то же самое. В ближайших планах начать более плотную работу со студентами вузов и СУЗов, поскольку они нередко подрабатывают курьерами, используя при этом мопеды и самокаты, и выезжают на проезжую часть, не соблюдая правил дорожного движения. Виктория Шара и Константин Головин. События.